На сцене театра для детей и молодежи «Малый» прошел открытый экзамен для студентов актерского курса Новгородского университета. Преддипломной работой по дисциплине «Актерское мастерство» стала игра в постановке пьесы Островского «Гроза». В роли наставников выступили художественный руководитель театра «Малый» Надежда Алексеева, актер Андрей Данилов и заслуженный артистка России Любовь Злобина. Первыми зрителями стали любители театра, друзья и родные студентов. Это ребята, которые получают два диплома. Один диплом гуманитарный, а другой диплом по актерскому мастерству. Обучаются эти ребята обычным предметам в НУФГУ, а актерским всем предметам – танцу, актерскому мастерству, сценической речи, фехтованию, сэндвижению, истории театра на территории нашего театра. И мы очень надеемся, что вот сейчас четвертый курс они окончат, и они пополнят нашу, в общем, труппу небольшую. Она у нас, в общем, и так небольшая, но традиционно она через какое-то время всегда пополняется студентами. Хотелось бы пожелать нашим будущим выпускникам, чтобы они не растеряли своего задора, запала, любви к искусству и дарили нам, жителям нашего города древнего, и не только классические постановки, но и что-то новое, и новое видение своего искусства, и своего творчества, чтобы они нас удивляли, радовали. Отметим, что до защиты диплома по специальности актер драматического театра из 8 поступивших на курс дошли лишь 3 студентов. Теперь после окончания учебы они хотят работать именно на сцене театра для детей и молодежи «Малый», где служат их наставники и заняты в спектаклях уже известные актеры. А еще вчера выпускники актерского курса НУФГУ Кристина Машевская, Алексей Коршунов и Марина Вихрова.